Согласно историческим свидетельствам, уже в 1000 году на Родосе существовала латинская церковь для духовного окормления торговцев и путешественников с Запада. В 1082 году византийский император Алексей I Камнин предоставил Венеции торговые привилегии. На Родосе венецианцам было разрешено создать торговую факторию, и вместе с купцами на остров прибыли и итальянские священники. Во время крестовых походов латинская община быстро росла. Впоследствии власть на острове переходит в руки генуэзцев. Однако они не имели достаточных сил для удержания острова, и право на управление Родосом, Косом и некоторыми другими островами Додиканиса было передано рыцарскому ордену святого Иоанна, известного также под названием Ордена Госпитальеров. Таким образом, с 1306 года на Родосе начинается новый исторический период, получивший название рыцарского. Он продолжался более двух столетий, и его наследие во многом формирует облик из современного Родоса. В этот период было развернуто масштабное военное, гражданское и церковное строительство. Орден назначал латинского архиепископа, в зависимости от которого находился греческий митрополит. Греческое население острова и большая часть духовенства к латинской церкви относилась резко отрицательно. Однако после взятия турками Константинополя в 1453 году греческие горожане Родоса все же приняли унию. Стоит отметить, что большинство византийских церквей города относятся именно к периоду правления рыцарей. В 1523 году, после захвата Родоса османами, латинские структуры были ликвидированы, а родосская кафедра стала титулярной и впоследствии была объединена с мальтийской. Однако в XVIII веке францисканскому ордену удалось возобновить миссию на острове. В последние годы владычество османов давление на католическую церковь стало ослабевать, и в 1897 году была учреждена апостольская префектура Родоса и островов. Пасторское попечение было возложено на францисканцев. В 1912 году Родос был взят итальянскими войсками. В период итальянского правления Католическая церковь на острове получила новое развитие, и в 1928 году родоская архиепархия была восстановлена. Итальянские власти развернули масштабные работы по реставрации зданий и сооружений рыцарского периода, а новое строительство весьма органично вплетено в исторический облик Родоса. Тем не менее, на острове в целом многие появившиеся в это время церкви, школы, приюты, принадлежавшие католической церкви, сейчас заброшены. Итальянское правление продолжалось до 1943 года до захвата острова немцами. После окончания Второй мировой войны в 1948 году Родос вошел в состав Греции, и вскоре последний архиепископ был вынужден уехать в Италию. После его смерти в 1970 году архиепископ больше не назначался, а кафедрой с тех пор управляет апостольский администратор. В 1988 году историческая часть города Родос включена в список всемирного культурного наследия. Что же осталось здесь от многочисленных храмов того времени? Начнем с самого впечатляющего здания Старого Родоса, дворца великих магистров Ордена Святого Иоанна здесь можно увидеть часовню святой Екатерины. Но историчность облика и интерьера часовни весьма сомнительна, и это не более чем музейная инсталляция. Важнейшей орденской церковью рыцарей святого Иоанна была, естественно, церковь Иоанна Крестителя. Располагалась она перед дворцом великих магистров. Этот храм служил местом всех торжественных событий в жизни ордена, а также усыпальницей большинства великих магистров. В османское время церковь была приспособлена под мечеть. В 1856 году случайный взрыв уничтожил здание, и от него остался только фундамент, который мы и видим сегодня. После Первой мировой войны, по сохранившимся рисункам и описаниям, итальянцы построили копию этого храма, но в другом месте, рядом с портом. После воссоединения рода с Грецией в 1948 году храм был переосвящен в православный, в память благовещения. В 1950-е годы он был расписан в типичном византийском стиле, но внешний облик в основном остается таким же, как и во времена рыцарей. Идя от руин церкви Святого Иоанна по улице рыцарей, слева можно увидеть небольшую и малозаметную церковь со статуей Богородицы и с табличкой Храм Святой Троицы. Кому эта церковь была посвящена изначально, неизвестно. Надо сказать, что современные названия большинства церквей Старого Родоса, в том числе и православных, даны условно, так как сведений, кому они были посвящены до османского времени, не сохранилось. Далее улица Рыцарей упирается в здание храма Богоматери Замка, весьма интересное сооружение. Его нижняя часть выполнена согласно византийской традиции с тройным окном и датируется XI веком. Верхняя же часть уже готическая, со стрельчатыми арками и характерными сводами. Считается, что храм обрушился при землетрясении и был восстановлен рыцарями в западной манере. Но существует версия, что храм был просто недостроен и закончен уже в рыцарский период. Во времена рыцарей это был кафедральный собор, а в османский период он был обращен в мечеть сейчас здесь музейный зал. Пройдя к северно-восточной части Старого Родоса, на улице Пиндера, можно увидеть живописные руины храма Богоматери Бурга, то есть городской, в отличие от Богоматери Замка. Этот храм был предназначен для гражданского населения города. К сожалению, в годы Второй мировой войны он был разрушен. Остались лишь готические апсиды, соответствовавшие трем нефам храма, фрагмент западной стены и основание колонн. Еще дальше к северо-востоку, в самом углу крепости, находятся фундаменты готического храма Богоматери Победы, построенный после первой Великой Осады Родоса 1480 года. На этом месте произошло явление Богородицы, когда турки прорвались сквозь стены. Храм был разобран для нужд обороны во время второй Великой Осады в 1522 году. Территория так и осталась незастроенной у ворот святого Иоанна находится здание одноименной церкви, довольно сильно пострадавшей во время Второй мировой войны, и неподалеку – церковь святой Екатерины, которая была практически полностью разрушена. Они отстроены вновь, но явно не в исходном виде. В османский период эти церкви служили мечетями. К югу от дворца великих магистров находятся две византийских церкви – святого Марка и святого Георгия. Возможно, что они использовались латинским монашеством, но точные сведения отсутствуют. Известно только про указ великого магистра, разрешавшим францисканцам жить в монастыре святого Марка. Рядом с Родосом, у города Илисос, расположена гора Филеримас, на вершине которой находится бывший францисканский монастырь. История этого места уходит в глубину веков, но современный облик монастырь принял опять же во время итальянского правления. Филеримос известен тем, что здесь еще до прибытия рыцарей на остров возник культ иконы Богоматери Филеримской. Эта икона почиталась и рыцарями, которые в годы опасности сохраняли ее за крепостными стенами Родоса. После захвата Родоса Османами икона была увезена вместе с другими важнейшими реликвиями. Сейчас в католиконе монастыря выставлена копия иконы, а оригинал находится в Черногории. Монастырь функционирует как музей, но в дни Великого Поста здесь иногда проводится богослужение Крестного Пути. Еще дальше от Родоса находится деревня Агиелиуса. Эта деревня образована в период итальянского правления, и здесь, среди заброшенных зданий того времени, можно увидеть бывшую католическую церковь Божией Матери Скорбящей. Теперь она переосвящена в православную. В распоряжении современных католиков Родоса нет ни одного храма, восходящего к рыцарским временам. Надо сказать, что и католическая община острова весьма невелика, меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из его истории. По состоянию на 2020 год, прихожан в архиепархии насчитывается около 200 человек, причем включая остров Кос. Но эта цифра весьма нестабильна из-за миграционных процессов. Например, в 1970 году их было около 300, а в 2014 – около 3000. Естественно, что в туристический сезон количество католиков резко увеличивается. Самый известный и старейший действующий храм – это церковь Богоматери Победы. Это старое наименование праздника в честь дарованной победы над Османским флотом Прилипанта, и строго канонически церковь следовало бы посвятить Пресвятой Деве Марии, царице Розария. Но традиционное наименование показывает преемственность и связь с первым храмом Богоматери Победы, который существовал во времена рыцарей. Открыто обычно весь день. Слева от входа в храм расположен приходской дом, а справа – францисканский монастырь. Построена эта церковь стараниями францисканского ордена в 1743 году и расширена в 1851 году. В результате землетрясения 1926 года здание церкви было повреждено. Через три года была завершена перестройка фасада, закончены ремонтные работы и церковь окончательно приобрела свой современный вид. Интерьер храма состоит из одного нефа с трансептом. В отличие от более раннего времени, внутреннее убранство выглядит более простым и аскетичным. Боковая часовня посвящена святому Антонию. Служат по-прежнему францисканцы. Можно сказать, что присутствие францисканского ордена на Родосе началось со времен его образования. Основатель ордена, святой Франциск, посетил остров в 1219 году. А после того, как рыцари покинули остров, францисканцы Константинопольской миссии в течение 200 лет периодически ездили на Родос, совершая таинство для оставшихся католиков. Затем присутствие францисканского ордена стало постоянным. С 1972 года францисканцы Родоса входят в состав кустодии Святой Земли. Войти в храм можно и со стороны алтарной части. Второй фасад очень прост и практически не отделан, однако именно отсюда хорошо виден купол и колокольня. Слева находится офис Каритаса, а справа – часовни Святого Духа. Вторая действующая церковь в Родосе посвящена Святому Франциску. Расположена она у стен Родосской крепости, рядом с воротами Святого Афанасия. Построена по проекту Армандо Бернабити в 1939 году вместе с колокольней и зданием еще одного францисканского монастыря. Храм имеет планировку базилики с тремя нефами. Фрески выполнены Пьетро Гауденци, который воспроизвел три важных события из жизни святого Франциска – обретение стигматов, проповедь птицам и чудо истечения воды. На потолке над центральным алтарем изображен крест, окруженный символами четырех евангелистов. Барельефы крестного пути. Творение Александра Монтелеоне. В 1940 году установлен орган. Акустика очень хороша, и здесь иногда проводятся концерты органной музыки. Вне воскресных служб храм обычно закрыт. Рядом установлена более поздняя статуя святого Франциска на постаменте, на семи языках начертана его молитва. На расстоянии около полутора километров к югу от храма Святого Франциска находится католическое кладбище. Оно было образовано в 1925 году в составе Большого Некрополя, имеющего также мусульманскую, еврейскую и православную зоны. Кладбище имеет четыре основных участка, посвященных Святой Анджеле из Фолинье, Святой Елизавете, святой Маргарите Картонской и святой Екатерине. У дальней стены кладбища находится большой колумбарий, увенчанный монументальным крестом. Это военное захоронение, в колумбарии покоятся останки итальянских солдат. Также есть участки с останками британских и французских солдат. У входа на кладбище находится большая часовня Святого Креста. Она обычно закрыта, а место совершается 14 сентября воздвижение Креста Господня, 2 ноября, день поминовения всех усопших верных и очень редко в другие дни. И последний действующий католический храм на острове – это церковь Святой Анны в городе Елисос. Построена она в 1893 году в память об Аделаиде Массе, жене Инрика Дучи, великого благотворителя католической церкви на Родосе. После войны церковь пришла в запустение но в 2005 году отреставрирована и вновь освящена 26 июля 2006 года в День Святой Анны. Церковь обычно закрыта, и мессы совершаются здесь нерегулярно, в основном в летнее время.